Вологодская митрополия активно участвует в сборе гуманитарного груза для помощи братскому народу Украины. Вологодская митрополия состоит из трех епархий – Череповецкой, Вологодской и Великоустюгской. Сегодня мы принимаем груз в Вологде в пункте сбора регионального отдела Красного Креста из Череповецкой епархии. Груз представлен в данном случае вещевой гуманитарной помощью, продуктами питания, водой, гигиеническими наборами. Мы надеемся, что наша помощь братскому народу Украине будет своевременна и полезна. Я считаю, что это все-таки неоценимый вклад. Люди в условиях кризиса собирают денежные средства, покупают продукты, одежду, средства личной гигиены и отправляют другим более нуждающимся. Я являюсь волонтером Российского Красного Креста, оригинального отделения Вологодского Красного Креста. Мы представляем нашу организацию, которая оказывает благотворительную помощь беженцам с Донбасса. Также мы помогаем гуманитарной помощью. Фасуем, расфасовываем, перекладываем, формируем пакеты первой помощи, формируем продуктовые корзины для нуждающихся. Работаем с МЧС, отправляем гуманитарную помощь всем нуждающимся на Донбассе, Донецкой, Луганской республике.